Святую ночь пасхальных торжеств 2010 года многие верующие Отечества нашего могли видеть по прямой телетрансляции из кафедрального храма Христа Спасителя в Москве необычную прекрасную икону, стоявшую все патриаршее богослужение на амвоне алтаря собора. Эту драгоценную святыню список с древнего чудотворного образа Пречистой Богородицы, именуемой Млекопитательницей, главы правительств Российской Федерации привезли со Святой Горы Афон из сербского монастыря Хиландар и приготовили в дар от лица всего нашего православного народа святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Каков же духовный смысл этого торжественного подношения главному предстоятелю Русской Православной Церкви? Что означает композиция этой иконы с богословской точки зрения? Какова история ее возникновения и с чем связано ее современное почитание во всем христианском мире? Этому посвящается наш фильм. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась душ наша. Господи, благослови, Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благослови.
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наши. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, глава 1. С самых ранних веков христианства, как бы наглядно доказывая это истинно благодатное воплощение Бога Слова, в Церкви появляются для поклонения иконные изображения Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира, и Его Пречистой Матери, Девы Марии. Дабы, взирая на их духовные образы пред собою, верующие всех времен и народов лучше могли возносить им, как первообразом, молитвы свои и словословия. Во все времена и во все эпохи человечество обращалось к Богу. Оно искала пути соединения со своим Творцом и Создателем. Во всех цивилизациях, которые мы знаем в наше время, присутствовали религиозные взаимоотношения человека и Бога. Религия, вера должны были иметь конкретные реальные формы. То есть культ должен быть виден. Кому мы поклоняемся, как Богу. И поэтому возникает такое понятие культура и искусство, так как нужно было человеку зрительным, визуальным, как мы сейчас говорим, образом обращаться к высшим силам. И вот Моисею дана заповедь на горе Синай, что один есть Бог на свете, Ему нужно поклоняться. Ну что он невидимый? Вот обидно. Не видно Бога. Да? Но все-таки богослужение совершается. И происходит удивительная вещь. Бог становится видимым. Он принимает на себя человеческую плоть. Таинственным образом рождается от удивительной девушки, которую зовут Мария, которой 14 лет, которая воспитывалась в Иерусалимском храме, которая сама готова была послужить той, от которой родится Бог. И вот архангел Гавриил является ей и говорит: «Ты это и есть». И для человечества входит совершенно новое, не всем понятное положение вещей, как Бог может родиться без мужа, да еще она остается девой. Первую икону Пресвятой Богородицы с младенцем на руках, называемую Адигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница», по преданию написал один из евангелистов, святой апостол Лука,
который получил на то личное благословение самой Девы Марии еще при ее земной жизни. Лука запечатлевает более ее духовный образ, чем образ простой красивой женщины. Когда он подносит это изображение к Пресвятой Богородице, она произносит удивительные слова: «Благодать Сына Моего пребудет с этим образом». Таким способом мы с вами получаем появившуюся в мире новую часть богословия, который будет именоваться иконографией. А основоположник иконографии – святой евангелист и иконописец Лука. И с этого времени написанные им иконы рассылались по разным концам земли в те или иные церкви, потому что люди не могли, например, видеть в земном облике Пресвятую Богородицу, потому что уже церковь начинала развиваться, да, ее успения уже свершились. А почитание Божией Матери не уменьшается. И поэтому вот это почитание Пресвятой Богородицы рождает тягу к тому, чтобы были ее изображения. Благодать Господа нашего и благодать Пречистой Его Матери через святые их иконы обильно явилась и проистекала по всему христианскому миру. Поэтому в дальнейшем иконопись получила самое широкое распространение в Церкви, несмотря на длительный и жестокий период иконоборчества. Святые отцы всех времен всячески осуждали не только пренебрежительное и кощунственное отношение к святым иконам, но предостерегали и от потребительского к ним отношения, идольского поклонения и воздаяния почести превыше самого Бога. Иконный образ, писали они, это не чудотворная доска, которой нужно подносить дорогие подарки и украшать золотыми окладами. Прежде всего, икона – это богооткровенное и символическое умозрение в красках, которое нужно благоговейно созерцать и внимать сокрытому в нем духовному и богословскому смыслу. Потому издревле иконы изготавливались иконописцами с особым благоговением и чаянием, в молитве и посте пребывая во время работы над образом, отображая прежде всего не телесное чувственное сходство с оригиналом, а духовную сущность первообраза, его внутреннюю и сокровенную ипостась. Многие из икон, особенно посвященные Пресвятой Богородице, для укрепления веры и спасения от греха становились чудотворными и целебноносными по особой благодати, нисшедшего на них Святого Духа. Это известные и всенародно почитаемые в нашем Отечестве образы Владимирской, Казанской, Иверской Пресвятой Богородицы. Иконы знамения, скоропослушница, неупиваемая чаша, умиление и многие-многие другие, всех и не перечислить.
наш рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Млекопитательница, которая занимает особое и почетное место в этом ряду. Ведь только на ней иконописец дерзнул изобразить самый сокровенный процесс взаимоотношений между Бога-человеком Иисусом и Его Пречистой Матери в момент кормления младенца Христа молоком от Пречистой груди Девы Марии. В композиции данного образа мы имеем беспрецедентный случай, и, видимо, на то были соответствующие и веские обстоятельства. Самое древнее изображение кормящей Девы Марии, дошедшее до наших дней, высечено на стенах Фаюмского лабиринта в Египте, в развалинах которого христиане уже первых веков тайно совершали богослужение. Это не случайно для Египта, где издревле имелось почитание богини-матери Изиды. Сохранились прекрасные статуэтки первого тысячелетия до нашей эры, изображавшие Изиду, кормящую бога-младенца Гора на коленях. Также в Египте и на Синае существует весьма почитаемая легенда о том, как Пречистая Дева Мария во время своего бегства от царя Ирода оживила каплей грудного молока умирающего младенца, сына одного местного разбойника. Но эти частные и маловажные факты для всемирной истории христианства нельзя считать причиной повсеместного возникновения изображения Богоматери Млекопитательницы уже в VI-VII веках нашей эры, что хорошо видно на сохранившихся фресках в византийских храмах того времени в Италии, Сирии и Греции.
многие уверовали во Христа. Многие пошли за имя Его даже до смерти. И первые времена христианства, 300 лет, так и называется, гонение на Христа, эпоха мученической церкви. Но вот кончается эпоха гонений, и начинается следующий этап развития церкви. Когда мучеников сменяют святые отцы. Кто они такие? Это образованнейшие люди своей эпохи, которые приняли христианскую веру, и теперь нужно было эту веру оформить. Потому как предание со временем, передающееся из поколения в поколение, оно имеет возможность искажаться. И для того, чтобы знание о Иисусе Христе, о Пресвятой Деве не искажалось, святые отцы собирались на соборы, где утверждали правильное понятие о вере, о Боге, о Пресвятой Деве, о Церкви и так далее. Как Бог может соединиться с человеком не слитно, но и не раздельно? Как одновременно может быть истинный Бог и истинный человек вместе? Некоторые говорят, нет, так невозможно. Это или Бог мнимо на себя принял человеческую плоть и не страдал, Он не нуждался ни в чем, да, и греха не имел. Либо наоборот, другие говорили, нет, это человек особенных качеств. И очень трудно было прийти к этому понятию. Точно так же эти споры касались и самой Пресвятой Богородицы. Что же такое? Как? Не укладывается в голове у людей, как она, оставаясь девой, может быть матерью. Нужна была четкая формулировка догматов церковных, чтобы люди уже ни вправо, ни влево не сворачивали, да, а передавали это из поколения в поколение. И поэтому возникает просто необходимейшая потребность людям донести то, что она действительно дева, что она действительно матерь, что Иисус Христос принял человеческую плоть. А как доказать, что это человек? Как доказать, что она мать? Какой момент вы выбираете? Когда кормят грудью. Совершенно верно. Поэтому и появляется изображение кормящей Марии, где мы с вами четко видим младенец мужского рода принимает материнское молоко от груди. Из всего христианства мы знаем, что композиции новых иконных образов, так же как и святоотеческие писания, возникали прежде всего в защиту того или иного вероучительного догмата. Какие же догматические вопросы и какие богословские споры волновали церковь в середине первого тысячелетия, когда и появился, по-видимому, впервые образ Богородицы Млекопитательницы. Именно в то время на Вселенских соборах, высшем органе власти всей Церкви, неправящие епископы и авторитетные богословы утверждали и очищали от ересей самое первостепенное и важнейшее вероучение православия – догмат воплощения Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы. Как гласит третий член символа веры, «Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечися,
навечно принято Первым Вселенским Собором Православной Церкви в городе Никея в 325 году от Рождества Христова. Христос есть не только совершенный Бог, но и стал совершенным человеком на земле, во всем подобный нам, кроме греха. Взамен падшего и изгнанного из рая праотца человечества Адама. Так учили в своих писаниях святые отцы первых веков христианства. Если все ненавидящий дьявол однажды победил естество человека, поработив его себе, то нужно было, чтобы сам он, дьявол, теперь был побежден таким же человеческим существом и изгнан вон. Дабы через соединение со Христом соделать и нас сынами Божьими, наследниками вечной жизни будущего века. О значении и смысле человеческой природы Спасителя святой Кирилл Александрийский писал так. «Если воспринятое естество его не имело свойств человеческих, то вступивший в брань с дьяволом за торжество любви был сам Бог. Бог же был и одержавший победу. Но если же Бог победил, то я, как нисколько не содействовавший этой победе, не получаю от нее никакой пользы, не могу и радоваться о ней. На этот-то радостный и победоносный для человека догмат о спасительном боговоплощении и ополчилось более всего множество суемудрых богословов в середине первого тысячелетия. Огромное значение в раскрытии правильного понимания боговоплощения как неслитного и нераздельного соединения в Иисусе двух естеств – божественного и человеческого – принадлежит римскому папе святому Льву Великому. В середине V века по его инициативе в городе Халкидоне был создан очередной Четвертый Вселенский Собор против новой ереси так называемых монофизитов. Главный идеолог еретиков, некий архимандрит Евтихий из Италии, считал, что человеческая природа Христа, воспринятая им от его матери, как бы растворилась в природе его божества, как капля меда растворяется в океане и потому потеряла свое бытие. Следовательно, и все страдания Господа на кресте были мнимыми, а не реальными. Стало быть, и христианам тогда терпеть лишения и во всем себя ограничивать ради своего спасения обязательно. Ешь, пей, душа, веселись. Эта ересь получила широкое распространение среди верующих, особенно вельмож и чиновников, и ставила под сомнение всю суть христианского подвига умерщвления плоти, отречения от мира, борьбы с грехом и самоотверженного служения ближним, а стало быть, и всего спасения,
очищение и обожествление человечества во Христе. Очередной крупный раскол сотряс невещественное здание церкви. По всей Византийской империи поднялись раскольнические восстания. На местах даже происходила кровавая резня истинных защитников православия. Дело осложнилось еще и тем, что сторонником монофизитов стал сам император Константинопольский, и его поддержали некоторые патриархи. Одним из главных защитников постановлений Халкидонского собора, однозначно осудившего монофизитскую ересь, в VI веке стал палестинский игумен Савва по прозвищу Освященный, наместник основанной им же близ Иерусалима крупнейшей в то время монашеской лавры в безжизненной и скалистой долине ручья Кедрон. Лавра Саввы Освященного на западном берегу Иордана была мощным оплотом православия в середине первого тысячелетия. Преподобный Савва сам был с юношеских лет по одной только благодатной любви к Богу исполнителем самого строгого монашеского устава, сторонником сугубого уединения в посте и молитве, полного отречения от мира сего. И он хорошо понимал, как нужен был простым верующим, в большинстве своем тогда людям неграмотным и необразованным, наглядный и убедительный образ против монофизитской ереси в защиту человеческой природы Господа нашего Иисуса Христа. Образ, который стал бы мощным спасительным знаменем боговоплощения для всех христиан и особенно монахов. Так в стенах лавры Саввы Освященного, по устному преданию церкви, незадолго до блаженной кончины преподобного в 532 году появилась впервые икона кормящей Девы Марии, по-гречески именуемая Галактотрофуса, самый наглядный и убедительный образ боговоплощения и богоматеринства, где Господь изображен, будучи младенцем в момент питания от груди пречистой своей матери, что доказывает, как ничто иное, его человечность и ее материнство. Ведь не обладающий еще собственной волей младенец не может мнимо питаться грудным молоком или делать только вид, что он голоден, как считали еретики. И если у пречистой Девы Марии было грудное молоко для кормления богомладенца Христа, значит, она действительно была истинной матерью и родительницей Господа Иисуса как человека. Этот боговдохновенный образ получился настолько выразительным и благодатным, что не только христианские богословы находили в нем неизреченные ответы на свои религиозные сомнения, но и многие, приходящие с верой и молитвой к Божьей Матери перед этой иконой, стали получать удовлетворение в просимом и искомом. Монахи-отшельники укреплялись против плотской брани, жены-христианки разрешались от бесплодия, их мужья становились верными и любящими супругами. Дети получали исцеление от болезней, архипастыри же церкви видели наглядный образ того, как нужно духовно служить людям, как окормлять верных чад своих с любовью и заботой матери предвечного младенца. Поэтому, когда говорят, что эта икона несет на себе некую духовную вспомогательную силу матерям, кормящим грудью,
это, конечно, сужение границ действия этой иконы. В первую очередь, эта икона несет догматическое значение. Это догмат Церкви, на которой она стоит, Бог рожден. Потому что не может человек прийти в мир, если не родится. Да? Потому что если это будет воплощение такое, то это будет мнимый человек. Каждый человек, который приходит и молится перед этой иконой, исповедует Иисуса Христа истинным Богом, истинным человеком, а Божью Матерь, да, Пресной Девой и в то же время Матерью, Богородицею. Один ты заявил, не истории такой был. Нет, говорит, Христородица, она просто человека родила. Вот именно на эту икону как посмотреть. Я думаю, что вот здесь вот этот вот такой удивительный, я не очень люблю это слово, мистический круг. Человек, Бог, питание Бога, спасение человека и так далее. Он очень, очень интересен и жалко, что суетится народ, правда, жалко. Потому как, ведь если мы не рассуждаем на эти темы с вами, ну, мы тогда просто обряд выполняем. Да. Вот и все. Просто выполняем обряд. Пустой. Пустой, да. И сам Господь говорит, это языками меня чтите, а сердца ваши далеки от меня. К сожалению, за давностью лет мы сейчас точно не знаем, как выглядела именно та первая икона Млекопитательницы, а можем лишь об этом догадываться по сохранившимся более поздним ее спискам. Но по благословению верных архипастырей церкви, образ Галактотрофоса в различных своих списках стал постепенно распространяться по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью. Особенно после периода иконоборчества, к моменту расцвета иконографии в XIII-XV веках, эту икону уже почитали как чудотворную святыню во многих монастырях и церквях Византийской империи, на Кипре и Крите, в Греции и Египте, Палестине и Сирии, а особенно в Италии. Хотя и поныне списки разновидностей Галактотрофоса достаточно редки во всем христианском мире, но каждый из них вызывает особое умиление в сердце и дает особое просвещение уму богомольца, который с верою и благоговением приступает к этой иконе. Как драгоценные камни-самоцветы, сияют они своей пречистой красотой и благодатной славой по всему миру. Богооткровенное сокровище, тщательно сберегаемое свыше. Судьбу того первоначального образа Млекопитательницы определил сам преподобный Савва, игумен палестинский, завещав монахам своей лавры передать эту икону с благословением в руки некого царственного паломника одного с ним имени, который, по его предсказанию, однажды прибудет в монастырь. Так и случилось, спустя почти 700 лет, в конце 12 века в обитель Саввы для поклонения мощам своего небесного покровителя прибыл молодой монах Савва, сын царя Сербии, отказавшийся ради монашеской жизни наследовать отцовский престол. Когда Савва сербский горячо и искренне молился в лавре, неподвижно стоявшая икона Богородицы Млекопитательницы наклонилась перед ним несколько раз, а игуменский жезл, прислоненный к гробнице преподобного, неожиданно упал. Монахи обители расценили это как знак исполнения пророчества своего первого игумена и торжественно передали в дар будущему архиепископу Сербской православной церкви
не только чудотворную икону Млекопитательницы, но и образ Божьей Матери Троеручицы, который в 8 веке привез в обитель к святой Иоанн Дамаскин. Обе иконы, игуменский жезл, Сава Сербский перевез на святую гору Афон. Основанный его отцом в том же 12 веке, в честь Пресвятой Богородицы, сербский монастырь Хиландар. Здесь же архипастырь и сам долгое время усердно подвязался в христианском служении самопожертвования и умерщвления плоти, тщательно храня себя с детских лет в целомудрии и чистоте. Первой из подаренных икон Богородицы стала личной келейной иконой святого, перед которой он долгое время проводил в усиленном посте и молитве за себя и за весь народ свой. День обретения иконы монастырем и стал днем празднования образа Млекопитательницы во всем мире 25 января 12 по старому стилю. А вторая икона Троеручица стала главной храмовой святыней всего Хиландарского монастыря, показавшей немало чудес и знамений впоследствии не только насельникам обители, но и всему сербскому народу. В административной столице Афона, в небольшом поселке Кореи, святитель Сава Сербский построил себе уединенную келью и для совершения богослужений устроил небольшой домовый храм в честь своего небесного покровителя. В иконостасе этой-то церкви архиепископ и поставил икону Богородицы Млекопитательницы, но не как это подобает слева от царских врат, а справа, на место иконы самого Господа Вседержителя, тем самым указав на особое благодатное и догматическое значение образа Галактотрофуса. В дальнейшем эта икона не раз обновлялась, как и весь иконостас корейской кельи. Но согласно принятой традиции, все вновь написанные хиландарскими мастерами списки с этого чудотворного образа на время устанавливаются для освящения подле первоначальной иконы, тем самым как бы совершая преемственность благодати. Этот исторический образ Богородицы Млекопитательницы, в отличие от других ее списков, мы будем называть в нашем фильме «Хиландарской», а саму келью – «Типикарницей», в честь типика Савы Сербского, особого монастырского устава, написанного святителем перед этой иконой и до сего дня хранящегося в той келье. Все пишет Сава в заключении своего типика, что не служит ко спасению душ ваших, да будет изгнан вон. Не предпочтите, отчады и братья, временного вечному страсти добродетели. Из преданного вам ничто не превышает сил ваших, только хотя и немного употребим усилия, и помощь Божия близка. Мы оставили мир и пришли сюда не для покоя, но для подвига и труда по силам нашим, имея в виду обетованные блага. Спасайтесь же, смиряйтесь и пребывайте в чистоте все дни живота вашего. Святитель Сава Сербский, причастившись христовых тайн, мирно отошел ко Господу в день памяти своей горячо любимой иконы Богородицы Млекопитательницы 12 января 1237 года. Oh, no.
посылая многочисленные пожертвования на святую гору Афон, в том числе и благочестивые русские цари и патриархи, во все времена просили для России списки прославленных афонских икон небесной нашей покровительницы и заступницы. Непрестанно благословляет Пречистая Богоматерь со святой Афонской горы землю русскую списками целебноносных своих икон. В акафисте пред иконой Млекопитательницы есть удивительные строки к Пресвятой Богородице об этом. «Радуйся, милость Твою, тысячекратно во святых чудотворных иконах Твоих обновляющая». Такие известные афонские образы Богоматери, как Скоропослушница, Иверская Вратарница, Отрады и Утешения, Достойны Есть и многие другие, имеются практически в каждом нашем храме и в каждом доме, где живут верующие. Сзади меня, видите, иконостас? Обратите внимание, да? Справа от царских врат икона Спасителя, а слева от царских врат икона Божьей Матери. Во всех храмах такой же жесткий порядок. Если, например, сейчас я поменяю местами, прихожане ли, благочинные ли, митрополит приедут и скажут: исправь ошибку. Святитель Савва Сербский икону Млекопитательницы поставил с правой стороны от царских врат. Опять-таки, не потому, чтобы молоко в грудях было, а потому что догмат Бога-человек, да, и Преснодева. Вот он руководствовался именно этим. Икона Божьей Матери, а значит и, как она сказала, благодать Сына Моего, да, сопровождает присутствие этой иконы. Таким образом, если мы с вами будем рассматривать именно Млекопитательницу вот с этой точки зрения, то увидим необычайнейшую просто заботу и Божью, и, естественно, нашей заступницы и покровительницы Девы Марии о роде человеческом. Вы понимаете, да? И это изображение показывает нам: я родила всему миру того, кто является вашим спасителем, который умер ради вас на кресте, но более того, оставил великое таинство, сие творите в мои воспоминания. Да? Истинно говорю, кто не ест тело моего, не пьет крови моей, не войдет в Царствие Небесного. Икона Млекопитательница есть, повторяюсь, икона догматического содержания. Икона, доказывающая, что Иисус Христос – Бога-человек, что у Него есть и человеческое, и божественное, соединенное, и что мы – другая икона, неупиваемая чаша, причащаясь истинно тело и истинно крови, соединяемся с Ним. Для чего? Это соединение есть пропуск в Царство Небесное. Именно через Его бессмертие мы получаем и свое бессмертие. Русскую землю впервые список иконы Галактотрофуса был привезен в 1392 году из итальянского города Бари, где он находился при гробе с мощами святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Образ был торжественно поставлен
в Благовещенском соборе Московского Кремля напротив царского места и был благозвучно наименован «Блаженное чрево» по евангельскому возгласу одной женщины из народа, обращенного ко Господу. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие», которое часто читается за богослужением на богородичные праздники. Иначе та икона стала называться Бариевская или Барловская по месту своего происхождения. Чудесное обретение другой иконы Млекопитательницы в Отечестве нашем состоялось в 1650 году в урочище Крестогорск Минского уезда. Образ обнаружили на высоком дереве в 20 верстах от Минска. В дальнейшем на этом месте был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, где и хранилась та чудотворная икона, исцелявшая от греховных болезней многих и укреплявшая православных в те смутные времена против притеснения католиков-поляков, а потом и шведов. Но в безбожное советское время тот храм был разрушен, а богоявленная крестогорская икона бесследно исчезла. Так же, как и древний образ блаженного чрева из Московского Кремля. До нас сохранились лишь некоторые списки с тех икон. Однако, тогда и поныне этот догматический и богословский образ практически не получил повсеместного распространения в Отечестве нашем, ошибочно понимаемый простыми верующими буквально, лишь как икона, помогающая благополучному вскармливанию младенцев. Христиан же католиков, образ Богородицы Млекопитательницы, по-латински «Мадонна дель Латте», получил широкое распространение в Италии в XIII-XV веках. Возможно, это объясняется тем, что именно здесь происходила самая длительная борьба с ересью монофизитства. Возможно, это объясняется особым попечением набожных итальянцев о сохранении благочестия в семье и здоровье своих младенцев. Так или иначе, идея воспевания материнства и вскармливания нашла большой отклик в умах простых верующих, поощрявших повсеместно написание икон, фресок и многочисленных картин в честь кормящей Девы Марии. Из них самая известная сегодня чудотворная икона Млекопитательницы XIV века находится в базилике святого евангелиста Иоанна в городе Равенне. Но сохранились до нас и многие другие подобные образы, написанные средневековыми итальянскими мастерами.
Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего, непрестанно вопием мы к ней. Ей мы молимся, спаси нас, благодатная Мария, ведь Господь с Тобой. Каждый человек есть бессмертный образ и подобие Божие. В душе каждого из нас заключена вся Вселенная, весь необозримый и бесконечный космос. И потому так неизмерима милость и любовь Божьей Матери ко всему человечеству. Ибо в лице богочеловеческого младенца Христа, изображенного на иконе, все мы можем духовно окормляться от божественных персей ее. Как материнское молоко, изобильно текущее в уста беспомощного младенца, так милосердие Девы Марии неистощимо ко всему падшему роду человеческому отныне и до века. Нужно только стать нам, как младенцы, незлобные и чистые, краткие и смиренные, и будем питаться молоком благодати Пресвятой Богородицы. Наверное, если б с самого раннего детства в каждой верующей семье любой ребенок мог постоянно видеть пред собой прекрасный и вдохновенный образ кормящей Божьей Матери и беспрепятственно молиться перед этой иконой, то никогда бы ни одного юношу не захлестнул бы такой всепоглощающий блуд и разврат, какой мы видим сегодня среди молодежи. Ни одной девушке никогда бы не пришла на ум мысль о множественных абортах своих или о том, чтобы оставить в детском доме новорожденного младенца своего. Им бы на всю жизнь запомнилось в уме и запечатлелось в сердце, что предназначение женщины не в том, чтобы быть объектом вожделения и плотских утех, а прежде всего в том, чтобы стать любящей, заботливой женой и матерью, кормилицей собственных детей. Когда я увидел эту икону, удивился тому, позволяет ли нам целомудрие и благочестие, да, вторгаться в такой сакраментальный акт, как кормление Божьей Матери младенца Иисуса Христа. И рассуждал на эту тему, честно говорю, не очень долго, но и немало. Отступила от меня вся вот так называемая бытовая часть. Мирская. Мирская, да. Православие – это религия духа. Да. Это религия духа. Да? Поэтому мы отодвигаем это, мы убираем это пуританское. Можно ли обнажить грудь Божьей Матери? Можно. Почему? Чтобы доказать это. В Евангелии, да, есть это место, мы уже сегодня говорили, Евангелие от Луки, да, блаженно чрево носившее тебя и составь, я же и сал. По догмату иконопочитания мы изображаем священные события, связанные с Иисусом Христом, да, с Богородицей, да, и со святыми людьми. В чем хороша иконопись? Потому что посмотрите на картинах, например, художников эпохи Возрождения, античные, где передается в большей степени натурализм. Обнажается тело больше. Здесь же просто-напросто схема как бы показана в иконе. Потому что икона – это есть образ. Греческого языка переводится именно так – образ. Догмат иконопочитания гласит следующую формулу. От образа к первообразу.
Это значит, что мы принимаем это изображение не как окно в другой мир, а что это изображение является свершившимся фактом. И именно ради этого свершившегося факта мы благодарим Господа или какие-то другие молитвы возносим. И мы через наше вот это состояние соединяемся с небесным. Обратите внимание, воскресший Иисус, когда входит затворенными дверями, да? Они испугались. Он говорит: не бойтесь, это я. Дух, плоти и костей не имеет. Дальше. Им отели, что с нет. То есть у вас вообще какая-то пища есть? Они говорят: вот у нас немножко меда в сотах и рыба запеченная. И взял, ел пред ними. Хотя евангелист конкретно там пишет, да? В чем я нуждался. А здесь, когда он младенец, он нуждается. Он еще не умер и не воскрес. Вот поэтому икона это как раз раскрывает его человечество. Через это именно, через маленького младенца, который умрет без материнской груди. С голоду умрет. И если бы она его не кормила, он бы умер. Да? И дело нашего спасения не свершило. Вот в этом-то и, как бы сказать, величие нашей веры, что Бог принял на себя все. В момент благовейного кормления благочестивой матерью своего любимого младенца – это один из самых радостных, возвышенных и трогательных моментов жизни человека. Потому боговдохновенная тема Мадонны Млекопитательницы стала излюбленным сюжетом картин многих мастеров живописи эпохи Возрождения, чьи бесценные полотна сейчас украшают лучшие музеи всего мира. Самая известная из которых – Мадонна Литта, кисти великого художника Леонардо да Винчи, пребывает ныне в стенах Санкт-Петербургского музея Эрмитажа. В годы гонения за веру сотни тысяч советских граждан могли беспрепятственно восхищаться и вдохновляться, благовейно глядя на этот шедевр рук человеческих, хотя бы отдаленно напоминающий иконный образ кормящей Богоматери. Хотя Божья Матерь близка каждому страдающему и обремененному, более чем никто из святых, но она помогает тому, кто искренне хочет спастись, доказывает это на деле, а не тому, кто делает только вид о благочестии своем лишь на словах. Да, мы восклицаем Господу блаженно чрево, но тем же блаженнее, слышащее Слово Божие и соблюдающее его. Отвечает нам Спаситель через образы кормящей своей матери, первой на земле показавшей нам образец истинного евангельского служения Богу и людям. Потому, пока мы живем на этой земле, пока мы находимся в бренных и смертных телах своих, мы должны выполнять две самые главные заповеди Господни – о любви ко Господу Богу и о любви к ближнему. Ведь как богопознание невозможно без постоянного и взаимного соединения человека с Богом, так и любовь к ближнему невозможна без конкретного труда и жертвы с нашей стороны. Как беспомощному младенцу невозможно выжить без постоянного кормления его особым материнским молоком,
так и закостеневшей в грехе душе человека невозможно спастись без того, чтобы не принимать постоянно пищи духовной, благодатной помощи Господней. А в начале 20 века на православном острове Кипре самой Пречистой Девы Марии было указано удаленное от мира пустынное место, где был основан греческий мужской монастырь в честь образа Божьей Матери Галактотрофуса. И сегодня там находится удивительной красоты местно чтимая чудотворная икона Млекопитательницы, вся исцелованная монахами и паломниками до основания доски. Хорошо сохранился лишь пресветлый лик Девы Марии. Небольшой православный монастырь чудом уцелел во время греко-турецкого вооруженного конфликта в 1974 году и остался неразрушенным по милости Божьей Матери. Линия раздела Кипра на греческую и турецкую сторону, охраняемая военными и миротворческими силами, прошла в непосредственной близости от стен обители. Но самый почитаемый на Ближнем Востоке и всему Средиземноморью образ иконы Млекопитательницы находится ныне в православном греческом монастыре святого Герасима Иорданского в Палестине. Основан еще в V веке этим святым подвижником, монастырь был полностью разрушен 12 арабами-кочевниками, но возрожден в конце 19 века с помощью русских меценатов. Под монастырем сохранилась пещера, по преданию в которой укрывались от бури Пресвятая Дева Мария с Божественным Младенцем во время своего бегства в Египет. Именно в этой пещере был устроен небольшой храм в честь Пречистой Богородицы, на стене которого и был изображен образ Млекопитательницы русскими иконописцами с горы Афон из Ильинского скита. Сегодня эта главная святыня монастыря ежедневно привлекает к себе десятки паломников со всего мира.
Очередная волна появления в Отечестве нашем новых списков с чудотворной иконой Млекопитательницы также связана с русским афонским скитом в честь пророка Божия Ильи, основанного в 17 веке будущим просветителем Молдавии преподобным Паисием Величковским. Как и когда появился в обители миниатюрный образ Млекопитательницы, написанный в стиле барокко 18 века, сегодня неизвестно. Ясно одно, что эта святыня с благословением передавалась по наследству от одного монаха-отшельника другому, когда тот уходил в совершенный мир иной. По сюжету от своего хиландарского прообраза эта икона отличалась тем, что внизу имела два овальных изображения святителя Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи. По-видимому, эта деталь заимствована с итальянских картин и икон, и оба святых угодника весьма почитаемые у русских монахов на Афоне. С той-то иконой Богородицы Млекопитательницы настоятель Ильинского скита благословил схимонаха Игнатия поехать в 1848 году в Россию для сбора пожертвований в пользу обители. Молитвами верующих перед этой иконой, когда она пребывала в Харькове, Туле, Москве и других городах, многие спасались от своих дурных наклонностей. Были зафиксированы многочисленные случаи чудесных исцелений от болезней, попущенных Богом людям по их грехам. Благодарность к Божьей Матери верующие жертвовали дорогие подарки. Усердием богомольцев серебряная с позолотой риза иконы была искусно украшена разноцветными камнями. Но самое удивительное чудо от того Ильинского образа Млекопитательницы произошло в Москве с благочестивым гражданином Макарухиным Василием Ивановичем, который имел большое прибыльное дело по изготовлению церковной утвари. Есть все основания полагать, что во время уединенной молитвы перед этой иконой, которая пребывала тогда в храме Богоявления на Елоховом поле, он получил такое укрепление вере, что задумал употребить все свое имеющееся состояние на одно богоугодное дело – основать мужской монастырь в честь этой иконы, что и произошло впоследствии недалеко от города Тула, в местечке Щеглово. Освящение главного храма вновь устроенной обители во имя иконы Пресвятой Богородицы Млекопитательницы состоялось 8 сентября 1864 года. Сам же основатель монастыря принял там же впоследствии схиму с именем Варсонофий, где мирно отошел ко Господу в 1890 году. Но в советское лихое время монастырь был закрыт, разграблен и практически разрушен, как и многие православные обители нашего Отечества. Чтимая монастырская икона Млекопитательницы, написанная на Афоне в 1859 году по заказу Макарухина, бесследно исчезла из обители. Но сегодня Богородичный Щегловский мужской монастырь с помощью Божией вновь восстановлен краше прежнего и насчитывает уже несколько прекрасно отстроенных и благоустроенных храмов, являясь главным уделом иконы Богородицы Млекопитательницы в России. Основатель монастыря ныне причислен к лику святых. По всей Тульской епархии монастырь стал центром возрождения духовно-нравственных ценностей и православных традиций. Thank you.
О знаменитом патриаршем соборе Богоявления на Елоховом поле в Москве находится ныне самый почитаемый в столице список с иконой Млекопитательницы из Ильинского скита, который преподнес в 1894 году в дар и благословение Сафона очередной настоятель скита архимандрит Гавриил. Спустя столетия сам этот угодник Божий был причислен к лику святых в городе Одессе, где вновь обретенные мощи преподобного Гавриила Афонского были торжественно поставлены в том великолепном и прекрасном храме, который он еще при жизни возвел на Ильинском одесском подворье в конце XIX века. Главный предел храма был торжественно освящен во имя иконы Божьей Матери Млекопитательницы, в знак того, что это богоугодное дело свершилось благодаря дорогим пожертвованиям, которые удалось собрать архимандриту Гавриилу на храм с помощью той же миниатюрной чудотворной Млекопитательницы из Ильинского скита. Наверное, не перечесть всех чудес и явлений иконы Божьей Матери Млекопитательницы во всем христианском мире. Но хочется лишь верить и надеяться, что этот прославленный образ также станет в Отечестве нашем, отныне почитаем в каждом храме и в каждом доме, и тому уже имеются немалые знамения и указания свыше. Практически в каждой христианской стране имеются сегодня свои удилы образа Млекопитательницы. И пусть они сокрыты от глаз множества праздной и беспечной публики, но ищущему сердцу и чистому взору Господь и Его Пречистая Матерь открывают место и время для поклонения и молитвы самому сокровенному образу своему – иконе Кормящей Богоматери. Дабы просветился наш замутненный разум, укрепилось малодушное сердце и очистилась заблудшая душа. Возвращаясь опять к символизму иконы Млекопитательницы, да, мы уже с вами переходим к такому удивительному понятию, да, Богородица – это Мать Церковь, да. Да, вот, которая напитывает нас, да, которая является как бы кормительницей. Что значит, в чем пища души состоит? В том, что мы с вами вот, эту душу воспитываем, эту душу развиваем, что душа приобщается тем великим нравственным ценностям, которые необходимы для вечности. Сегодня нам как никогда снова нужен в церкви мощный и убедительный образ радости спасительного боговоплощения, материнства и целомудрия, христианского самопожертвования, самоотвержения и духовного кормления, дабы противопоставить его всеобщей пропаганде материального обогащения и плотских утех. И хотя официально провозглашено ныне во всех православных катехизисах две соединенные во Христе природы, божественной и человеческой, все равно на местах остается тенденция преуменьшать или даже совсем забывать человечество Иисуса, что приводит к глубоким духовным болезням Церкви. Иконные же изображения Богородицы Млекопитательницы по-прежнему остаются мощным наглядным опровержением этих заблуждений и убедительным напоминанием нам, что любовь к Богу к людям – не надуманная абстракция, а физическая реальность.
И дабы не забыть нам о своем богоносном предназначении, в обильных современных благах земных, Господь и Его Пресвятая Божия Матерь постоянно напоминают нам через святые свои образы об истинном смысле человеческой жизни на земле. Ведь задача всей нашей жизни в богоуподоблении, в изменении своей души из грехолюбивой в боголюбивую. Наверное, не в последний раз осеняет Московскую Патриархию Пресвятая Богородица благодатным покровом своей иконы Хиландарской Млекопитательницы, как бы знаменуя новую эпоху прославления этого чудотворного образа в Отечестве нашем. Если в прежние века эта икона была излюбленной у ревностных монахов и отшельников, то сегодня настает такое время, когда именно благочестивые миряне нуждаются в особой благодати и помощи этого образа. Обратите внимание, церковь, созданная самим Богом, признана для того, чтобы расширить мировоззрение человека, чтобы увеличить его знание о мире, потому что мы живем в этом мире и не знаем, а что толку, я здесь живу хоть 100, хоть 200 лет, а истинной жизни не знаю. Нет. Задача нашего фильма создать так, чтобы почитание иконы Млекопитательницы было не в прикладном смысле, не в потребительском, а в смысле духовном, в смысле богословском, да, в смысле догматическом, чтобы люди это удерживали в своих головах, дабы отношение к иконе Млекопитательницы было более почтительное, более благоговейное, духовно просвещенное и, самое главное, осмысленное. Светила светозарной тыси пречистая, нам во тьме грехов и страстей погибающим, просвещающая наши темные очи, сердце озаряющее высшим разумом, поющая тя, радуйся путь истину и жизнь родшая, радуйся истинному Богу нас вручающая, радуйся светом Евангелия наша мрачная душа озаряющая. Радуйся, мудрость века сего, и во что же вменяющая. Радуйся, мудрость превысочайшую, еже есть любовь в сердцах наших насаждающая. Радуйся, помощи всем и во всем, радуйся, Богородица Дева Млекопитательница, милостью Твоею нас присно питающая. Благодать Божия явися чудно в земле российской, от подобия иконы Твоя, Млекопитательницы, принесенная,
тем же и гора Афонская и страна наша, ныне люти страждущая, но на милость Твою несомненно уповающая, вопиют милосердному Богу. Аллилуйя. Чувствовала в этот момент, какая нравственность и чистота должны были в это время охватывать ее душу. И, обращаясь через это, как маленькую ремарку, о чем думают кормящие матери своих младенцев? А? Ой, надоел, ой, пищал сегодня долго и так далее. Поэтому вот этот удивительный процесс, акт вскармливания, мы сосредотачиваемся на нем. Церковь-питательница. Здесь мы получаем духовную пищу. Ну, вот я ни разу не кормил младенца. Вы хоть раз кормили младенца? Да. Но это радость. Это радость, да. Это радость. Почему? Потому что это радость жизни. Жизнь. Да? Вот. Новый человек пришел в мир, и мы этому новому человеку помогаем войти в этот мир, не оставляем его без присмотра. Также и мы, входящие в общество верующих людей, да, также и мы не остаемся без пищи. Без пищи. А причастие тела и крови есть самое главное – пища для нашей души. В нашем фильме мы рассказали далеко не все божественные свойства, заключенные в сокровенном образе боговоплощения и богоматеринства иконе Пречистой Девы Марии Млекопитательницы. Предоставляем зрителям самим разобраться во всех сокровенных смыслах и богословских значениях этой иконы, чему научает и в чем помогает этот образ тому, кто постоянно принимает как духовное молоко помощь Господню в своей жизни, кто исповедует Божию Матерь, истинные млекопитательницы всего рода человеческого, отныне и до века ведущий нас по благодатному млечному пути своему к вечной жизни в Боге и Царстве Его. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, глава 3. Thank you.
Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Победа на сопротивные дары, и твое сохраняя крестом твоим жительством. Смотришь прямо простодушно, не смущай грешных нас. Сыну отроку послушно, не минуем страшный час. Земнородная родная, где взяла ты столько сил? Спас распятый, умирая, нас тебе усыновил. Богородица, Богородица, Богородица моя. Тебе стремимся, Богородице земной, и глядим, не наглядимся на причудный образ твой, не гнушаясь, привечаешь и жалеешь, и щадишь, кающихся покрываешь, а лукавым промолчишь. Сколько раз на подвиг ратный вдохновляешь весь народ. Русский щит страны ограда, воевода всех побед. Мы, потомки столь награда, сохраним святой завет. Перед великой милостью Творца,
освобождающего от всех плетений, что враг злоумышляет без конца, чтобы исчезло душевное томление, и совесть просияла белизной. Прочти свою молитву разрешения, честный отец и добрый пастырь мой. О, иерей, служитель страшных тайн, посредник между небом и землей, простыми, но сердечными словами мне истины спасения открой. Покрой меня своей Петрохилью и осени главу мою крестом, чтобы вина моя пред Богом стала пылью, омоченная проливным дождем. И сколько прибыло еще в пути падений, к тебе поднявшись снова я приду под этот крест надежды на спасение, склонить обремененную главу.